Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала, с вами Иван Волков. В этом видео я хочу показать вам новый, очень крутой, недавно открывшийся сервис, как для заработка, так и для вашего продвижения в социальных сетях. Этот сервис, этот проект называется Wayland, и это даже не просто проект, это получается у нас целая платформа, на которой будет сосредоточено огромное количество разных полезных сервисов, обучающих материалов, ну и матричные проекты на них тоже будут запускаться. Здесь будет и ротационный сервис, причем сразу по нескольким социальным сетям. Будут и воронки продаж в виде платформы рассылок. Будет и рекламная платформа, будут здесь и визитки, и сервис обменный, то есть обмен лайками, обмен комментариями. Будет и обучающая платформа с бесплатными там какими-то материалами, там на терабайт информации, как я читал. И также реализована партнерская здесь программа на 10 уровней в глубину. Ну и, как я уже сказал, здесь будет еще и матричная платформа, на которой будут запускаться периодически разные матрицы. Вот прямо сейчас на платформе людей еще достаточно мало, но я уверен, что в скором времени она будет развиваться прям такими очень быстрыми темпами. Я переписывался с админом, и планы у него, конечно, на эту платформу грандиозные. И уже вот с 5 марта, ну считай, с завтрашнего дня, здесь начнется предстарт первого матричного проекта. Админ сам сетевик, и он будет брать за основу вот такие маркетинги в матричных проектах, которые проверены временем, которые людям нравятся, не замороченные, не слишком сложные, а вот короткие и доходные. И первая матрица, предстарт которой начнется уже завтра, 5 марта, будет иметь маркетинг. Если вы помните, такой был проект GMMG, за основу будет взят маркетинг оттуда. Вот я, наверное, прям с него и начну рассказывать. Сразу покажу маркетинг матричного проекта. Вот таким образом он будет выглядеть. То есть вход здесь очень демократичный. В матрице будет, начиная от 3 долларов. И вот на примере матрицы за 3 доллара и рассмотрим. Матрица очень короткая, всего лишь одна линия из 3 человек. Как только заходит в вашу первую линию первый человек, либо вы его пригласили, либо переливом сверху, вы сразу получаете от него 100% от входа, то есть 3 доллара. То есть вы с одного человека окупаете полностью вход в матрицу. Со второго человека вы тоже получаете 100% от входа, тоже 3 доллара. Это уже идет вам в прибыль. И с третьего человека 3 доллара идут на реинвест. То есть матрица у вас полностью закрывается. За 3 доллара вы уходите на реинвест и открываете новую матрицу, точно такую же, где под вами будет 3 пустых ячейки, которые тоже будут заполняться. И уже первого человека будет 3 доллара плюс. Потом со второго еще 3 доллара плюс. И с третьего вы также уходите на реинвест. И так может происходить бесконечно. Деньги за первого и второго человека начисляются мгновенно и сразу доступны для вывода. Проект будет работать с Pair кошельком. Ну, матрица, как видите, очень простая. 100% сеть, никаких комиссий, никаких скрытых уровней. Простой и понятный маркетинг, который пользовался всегда вот в других проектах очень большой популярностью. Ну и доступный вход. Матриц будет здесь несколько. За 3 доллара, за 5, за 10, за 25, это так называемые изи пакеты для новичков. Перехода из матрицы в матрицу нет, это все отдельные матрицы, которые можно при желании покупать. Если не хотите, можете работать только в матрице за 3 доллара. Если хотите, можете там докупить, поработать в матрице за 3 и за 5 и за 10. Ну и про пакеты для настоящих лидеров, желающих зарабатывать серьезные деньги, начинаются от 100 и заканчиваются тысячами долларов. И к тому же активация всех этих матриц строго поочередная. Нельзя купить, например, матрицу за 25 долларов, не купив матрицы за 3, за 5 и за 10. То есть все нужно активировать по порядку. Вы можете сразу все активировать или использовать такую стратегию, например, активировать первую матрицу за 3 доллара, потом на ней заработать и уже из заработанных денег покупать следующие матрицы. Тут все зависит от того, какую стратегию вы выберете. Это что касается маркетинга, предстарт которого начнется уже завтра. Теперь давайте ознакомимся с самим сайтом. Если проект вас заинтересовал, ссылка на него внизу в описании под данным видео. Вы регистрируетесь, я уже тут зарегистрирован, я зайду просто в свой личный кабинет. Как только вы зарегистрировались, зашли в первый раз, у вас даже не будет реферальной ссылки.
первым делом на главной странице вы видите 26 человек, которым нужно постучаться и добавить их в друзья. Это нужно обязательно сделать, без этого дальше вы развиваться в этом проекте не сможете. Я сейчас покажу на примере всего лишь одного, вот допустим, первого человека. Переходим, нажимаем на его аватар. Нас перебрасывает на страничку этого человека ВКонтакте. Нажимаю «Добавить друзья». Закрываю. Видите, ничего не произошло. И для того, чтобы проверить на добавление в друзья, нужно нажать вот на эту вот кнопочку вверху. Нажимаем. И как видите, ротация прошла, и мне осталось добавить еще 25 человек. Я сейчас поставлю видео на паузу, пройдусь вот по всем этим людям, добавлю их в друзья и продолжу видео. Все, я успешно прошел ротацию, поочередно добавил в друзья все 26 человек и автоматически сам попал в ротацию. Открылась вот такая вот страничка, здесь вы видите премиум партнеров, которых можно тоже добавить в друзья по желанию. Чуть ниже будут участники, которые подписались на нас. И для того, чтобы проходить ротацию, обратите внимание, что ваш аккаунт ВКонтакте должен быть открытым. Все, теперь мне доступна, по идее, реферальная ссылка. Вот тут внизу об этом говорится. Я нажимаю на кнопку «Получить реф-ссылку». Вот она, и теперь я могу приглашать сюда партнеров. У этой ротации есть преимущество по сравнению с другими сервисами, подобными ротационными. Заключается оно в том, что ротацию мы проходим только один раз. Всего один раз в жизни, когда регистрируемся, попадаем первый раз в личный кабинет, проходим ротацию, сами потом попадаем в ротацию. И те люди, которые уже будут регистрироваться в проекте после нас, они уже будут подписываться на нашу страничку ВКонтакте. Больше ротацию мы не проходим, а получаем уже подписчиков на автомате. И причем, если регистрируются ваши партнеры по вашей реферальной ссылке, вы у них в списке ротации будете под номером 1. Если ваши партнеры пригласили каких-то своих, других своих партнеров, да, у этих партнеров, ваших партнеров второй линии, вы уже будете в списке под номером 2. И вот такие вот перекрестные ротации начинаются, и получается, что подписчиков здесь будет очень-очень много. Кстати, можете внимательно почитать про ротационный сервис, про его преимущества. Вот здесь вот, нажав на кнопочку «Помощь по сайту», выбираете платформу ротации, как это работает, и здесь все подробненько описано, сколько потенциально можно получить подписчиков ВКонтакте, используя этот сервис. Здесь все это можете посмотреть. Это был ротационный сервис, с которого все начинают. Еще работающий в данный момент продукт компании – это платформа рассылок. Здесь мы можем за небольшое вознаграждение читать чужие рекламные письма. Причем читать нужно будет внимательно, так как потом будет вопрос, ответ на который нужно будет выбрать из списка. После этого вы переходите на сайт, который рекламирует пользователь. Ну давайте попробуем, как это работает. Например, на первом таком письме нажимаете «Читать». И вот здесь вот в конце есть варианты выбора ответа 5, 7 и 12. Ну, здесь непонятно, какой вопрос получается. Тут может быть и 5, то есть 5 миллионов человек, а может быть и 12 уровневая партнерская программа. Ну, выберу ответ 12. Теперь проверим вариант ответа. Вот смотрите, если вы правильно отвечаете на вопрос, вас перебрасывают на рекламируемый сайт, и вы получаете на баланс там небольшую сумму за прочтение вот этого письма. Ну, думаю, что все, можно будет закрыть это окошко. Ну да, я получил там 1 цент, ну и так далее. В принципе, тут ничего сложного нет, обычное чтение писем, которое широко практикуется там на разных буксах. Так, ну и также можно создать свою собственную рассылку и прорекламировать какой-то другой свой проект. Либо вставить сюда реферальную ссылку вашу, либо какую-то подписку, либо на ваш лендинг ссылка будет вести. Ну, в общем, тут вариантов много. Это следующий был продукт компании Wayland, это платформа рассылок. И вот все остальные вещи, сервисы, да, они в разработке пока. Вот матричная платформа в разработке, рекламная платформа здесь будет еще. Можно будет давать рекламу за баллы, которые можно будет зарабатывать также на этой платформе. Тут будут визитки. Обменная платформа – это обмены лайками, обмены комментариями в социальных сетях, обмены подписками и так далее. Обучающая платформа. Вообще обо всем этом можно внимательно почитать. Очень подробно все это расписано вот здесь вот в дорожной карте. Что такое платформа визиток, для чего она будет нужна, обменная платформа, матричная, рекламная платформа.
И смотрите, сюда входит и тизерная реклама, и баннерная, и спонсорская, и спецпроекты с компанией какой-то. В общем, здесь будет очень много всего интересного. А в обучающую платформу, вот обратите внимание, 150 терабайт разнообразной информации, тренинги, лекции, семинары, курсы, все это очень будет полезно. Для тех людей, которые зарабатывают в интернете, для сетевиков, проект будет, я думаю, что очень интересен. Ну и дальше, если пробежаться по пунктам меню, там новости компании, это можете почитать, дорожную карту я вам уже показал. Здесь будут отзывы партнеров, если вы снимете ваш видеообзор о проекте, я думаю, что он попадет вот сюда. Есть также партнерская программа, можно вот здесь увидеть всю вашу структуру на 10 уровней в глубину. Ну, там дальше рекламные материалы, там баннеры, вебинары для партнеров, пока вебинаров еще не проводилось, но админ уже скоро будет проводить свой первый вебинар, он мне об этом вчера говорил. А что касается партнерской программы, она распространяется здесь на продажу тарифа премиум. Тут два тарифа, когда вы заходите на бесплатной основе, да, вы автоматически получаете тариф Light. Можно купить при желании тариф премиум. Разницу между ними можете вот здесь вот почитать, нажав на кнопочку «Покупка премиум». Стоимость этого тарифа $15 в месяц. Я думаю, что пока о покупке премиума рано говорить, поскольку не все сервисы еще запущены, несколько сервисов в разработке. Ну и для того, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами тарифа премиум, нужно как минимум, чтобы все сервисы начали работать. Поэтому я пока о тарифе премиум и о партнерской программе на 10 уровней в глубину рассказывать не буду. Об этом сниму дополнительно видеоролик тогда, когда задумаюсь уже о покупке премиума. Ну а пока поработаю на бесплатном тарифе Light. Ну, в общем, думаю, что все. Основное я все рассказал. Самое главное, завтра у нас начнется предстарт матричной платформы. О всех новостях проекта Wayland я буду делать публикацию у себя в телеграм-канале. Советую на него подписаться. Ссылка на мой телеграм будет находиться внизу в описании под данным видео. А на сегодня это все. Надеюсь, проект вам понравился. Если понравился, ссылка внизу. Если видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Иван Волков. Всем удачи и больших заработков. До свидания.